На ковре борьбу ведут борец Красным Крестом Виктор Лебедев, Республика Саха-Якутия, Красноярский край, заслуженный мастер спорта, тренер, первый тренер Иван Дмитриев. Виктор Лебедев, победитель и призер чемпионата мира, чемпион Кубка мира, победитель и призер чемпионата Европы. Его соперник, борец в синем трико, Алдар Бальжинимаев, Бурятия. Алдару 23 года, борьбой занимается 10 лет, является мастером спорта международного класса. Тренер Юрий Сантаков.
На ковре А победил Виктор Лебедев, Республика Саха, Красноярский край.